Денис, хотелось бы задать вам несколько вопросов по той новой технологии WiseNet 3 от Samsung, которая все больше и больше завоевывает популярность. Хотелось бы узнать, в чем причины этой популярности, что особенного в этой технологии и что она может дать рынку безопасности. С выходом камер, оснащенных процессором WiseNet 3, Samsung реализовал все наработки последних лет, которые позволяют вывести качество видео, охранном видеонаблюдении на качественно новый уровень. И по сравнению с процессорами предыдущих поколений реализовать режимы, связанное с улучшением изображения в сложных условиях мониторинга. Была реализована, в частности, технология вывода изображения с высокой частотой кадров. Все камеры WiseNet 3 обеспечивают режим потоковой передачи с разрешением Full HD 1920 на 1080 пикселей и частотой кадров 60 в секунду. Простите, пожалуйста, то есть это дает очевидное преимущество при наблюдении быстротекущих, быстропротекающих процессов. Я правильно вас понимаю? Да, это будет полезно при использовании камер на мониторинге транспортных коммуникаций и в других ситуациях, когда необходимо фиксировать быстро движущиеся объекты. И большая скорость передачи кадров в этом случае может оказаться неоценимым фактором